Туманы уйдут из Новосибирской области. Синоптики прогнозируют, что циклон постепенно начнет отодвигаться на юго-восток. Именно он стал причиной плохой видимости на дорогах. Дождей на выходных и похолодания в воздухе. Высокая концентрация водяной пыли. Даже самолет из Греции сегодня утром не смог приземлиться в Толмачево и отправился в Омск. В середине недели температура начнет повышаться, осадков будет чуть меньше. А вот кого туманы радуют, так это грибников. Именно в таких условиях быстрее всего растут лисички и подберезовики.